Hi guys, so welcome back to Junris Vlog and Reaction. For this video reaction, let's go to one of our favorite countries, which is Russia. With that and spasiba to our Russian friends, how are you all guys? If you're doing well and amazing. The title of this video, as you can see on my thumbnail, is Americans Ride the Trans-Siberian Railway. What do they think that Russian railways? Oh my god, I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video to tablet for memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it, guys. Enjoy with this amazing and beautiful video that we really want to know and how amazing the Russian railways in Trans-Siberian. Enjoy. And I want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. Россия. Путешествие Транссибирской магистралью. О, nice. Россиюшка, вот он. Ну что, доброе утро. Ну, на самом деле, не совсем утро. Сейчас где-то... А, да, мои часы все еще идут по московскому времени. В общем, сейчас где-то 12:30 по тому времени, ну, пока мы это точно не выяснили. В общем, 10:30 сейчас в Москве. Ну и, в общем, там, где мы сейчас находимся, наверное, побольше времени. И мы уже проехали по Транссибирской магистрали где-то 36 часов. Ну и как ты себя чувствуешь? Да, нормально. На самом деле, я даже еще не начала сходить с ума от нашей вот этой маленькой комнатки. Знаете, мы наслаждаемся от того, что застряли в этом вагоне, в этой комнате. Но осознание того, что мы только на полпути, конечно, это немного грустно. Но как же хорошо выбраться оттуда иногда, на остановках. This is cool, so you will be sleeping also in Ну, эта остановка не очень яркая, знаете ли. Хочешь что-нибудь купить? Водички. Можно мне водички, пожалуйста, и вот это вот. Спасибо. О, нам надо идти. Опаздываем. Не беги так. Почти уехали без нас. Да, я слишком увлекся в разговоре с продавщицей по поводу вот этих напитков. И наша проводница нам такая махала. Ну давайте уже, идите, ребят. Это наша комната? Да, вроде да. И в день подготовки поездки на поезде мы пошли в магазин и купили себе огромное количество всяких продуктов. Потому что мы думали, что мы здесь будем как бы замурованы в этом поезде. И вот этот вагон-ресторан будет нашей единственной возможностью покушать. И скорее всего там будет очень дорого и не очень вкусно. Но оказывается поезд останавливается 2-3 раза в день. И ты можешь спрыгнуть на остановке, купить себе водички, что-нибудь покушать. Вот во всех вот этих вот киосках, которые в тот момент располагаются рядом с поездом. И я купил квас, который мы как-то пробовали недавно. Это такой ферментированный хлебный напиток. И он, знаете, на вкус как какая-то смесь между пивом и колой. И также, если вы не смотрели это видео, то в нем около 0,05 алкоголя. Вроде как совсем немного. И причина, по которой я это рассказываю, этот напиток здесь не регулируется законом, то есть дети могут его пить. Но на вкус очень хорош, так что я еще раз попробую. И вот вам еще один совет из нашего путешествия. Вот это стоило около 50 рублей. А если в вагоне-ресторане будешь покупать, то будет соточка. Так что немного дешевле покупать еду и напитки на остановках. Wow, this is amazing. I really want to experience like this one in the future, to travel like this railway. Ну, поскольку по расписанию уже скоро ланч, мы решили пропустить завтрак и перейти сразу к ланчу. Ну а какое у нас тут веселье происходит, вы посмотрите. Картофельная пюрешечка у нас здесь. На самом деле, до этого путешествия я думала, мы будем больше снимать вот из окна поезда, всякие вот эти вот российские здания, российские города, российские села. Но вы знаете, все, что мы видим, практически все, что мы видим на протяжении последних 37 часов, это деревья и поля зелененькие.
Ну и немножко дождик прошел. Так что все одинаково выглядит. Итак, для того, чтобы сделать сегодняшнее видео немножко интереснее, чем вчерашнее, мы сегодня попробуем пойти посмотреть, как там во втором классе и в третьем классе. И, возможно, даже вагон-ресторан посмотрим. И увидим, как оно там. И я хочу объяснить, это не разные поезда, здесь просто разные вагоны к одному поезду прицеплены. А, я думал, это один поезд такой, да? Тоже мы потеряли еще один час нашей жизни. И теперь здесь 4:30, когда в Москве только 1:30. И это делает этот день очень быстрым. Ну, возможно, это из-за того, что мы проспали половину дня. Но сейчас вроде как поезд начинает останавливаться, новая остановочка. Так что мы выберемся отсюда минут на 10. Ура! Мускулы свои расправляю. Странная ты какая-то у меня. Вот этот вот двигатель тянет нас на протяжении всего этого путешествия. Вот так вот он выглядит. Wow. Ну что ж, возвращаемся на наш поезд. И мы только что сделали удивительное открытие, которое, возможно, нам нужно было сделать пару дней назад, но мы нашли расписание остановок. Представляете? Раньше как было? Мы сидели в своем купе, и вот когда мы чувствовали, что поезд начинает останавливаться, мы такие думали, о, может, мы останавливаемся. Мы надевали быстренько свою одежду, обувь, и иногда поезд не останавливался, а иногда останавливался. Но здесь написано точно, когда будет остановка, на сколько времени будет остановка. И также здесь написано, в скольких километрах мы находимся от Москвы. Итак, место, в котором мы сейчас... Сейчас остановились, не знаю, что здесь написано, и оно в 2676 километрах от Москвы. Ну а также вот для проводницы, я думаю, мы выглядели странно, потому что каждый раз, когда мы выходили на остановки, мы ей так показывали на пальцах 10 минут, спрашивая, 20 минут, ну и показывали на часы. И она все время смотрела на нас, как будто мы сумасшедшие. Ну и теперь я понимаю, почему. Потому что здесь, оказывается, расписание есть. Так что это очень полезно. Похоже, что мы снова будем останавливаться 5:30 по московскому времени. А сейчас 2:30, так что часика через 3 мы остановимся на целые полчаса. Я теперь чувствую себя таким продвинутым. Вот вам еще один супер совет. Я тут вам просто царские советы раздаю. Одни из своих часов держите по московскому времени, потому что это расписание, оно как раз составлено по московскому времени. Часы на станциях, они тоже показывают московское время. А также мы сейчас пойдем посмотрим другие вагоны. Возможно, мы увидим, как там поживает второй класс, как поживает третий класс. Ну и в вагон-ресторан, конечно, зайдем. Но раньше мы такого не делали. Мы не приходили в другие вагоны, поэтому, думаю, это будет интересно. Мне кажется, это так опасно. Я имею в виду, мы сейчас прямо между двумя вагонами. Страшно-то как. Ты хочешь, чтобы я это сделала, да? Ну ладно, вроде можно. Боже ты мой. Заходи давай быстрее. Мне там, знаете ли, не понравилось. А здесь все по-другому. Это все еще первый класс. А, это второй класс. Тут 4 кровати в купе. Ну что, похоже, мы заходим сейчас в вагон-ресторан. А здесь жарко. That's cool. Ну что, пахнет чем-то вкусным, похоже, мы на правильном пути. Это действительно то место. Вагон-ресторан, ты смотри. Wow.
Так что меню здесь на английском также есть. И похоже, у них тут практически все есть, что нужно. И цены не очень высокие, знаете. Блюда от $4, ну если ты там хочешь что-то побольше, то до $10. На самом деле это не так уж плохо, когда ты ешь в поезде. Могло быть гораздо дороже. Так что попробую. Yeah, it's good to try also. Возвращаемся назад. И вы знаете, дама, которая заведовала вагоном-рестораном, она не очень большой фанат камер и съемок там, вообще-то наорала на нас. Да, поэтому мы перестали снимать. Ну и мы можем что еще сказать, что второй класс, вот купе, он не так уж и отличается от СВ. Единственное, что там две дополнительные кровати. И там, по-моему, у них розеток нет. Ну, по крайней мере, это то, что мы видели. Вот в коридорчике вагона мы наблюдали, как многие люди туда вставляли заряжать свои телефоны. Ну, а для нас, как вы сами понимаете, это действительно большое дело, потому что мы постоянно имеем дело со всякой электроникой. Помимо всего прочего, мы еще и книги пишем. И мне показалось, что вагонов третьего класса на этом поезде нету. Потому что, насколько я знаю, третий класс здесь это не как вот комнатки отдельные, а там все вроде как смежное. И я так понимаю, что мы тоже это увидим и покатаемся там. Но вы знаете, проходочка вот эта наша по поезду показала, что действительно мы не ошиблись, что выбрали первый класс. Я рада, что надо мной никто не спит, и все наши приборы можно заряжать нормально. Ну да, и не нужно беспокоиться, когда ты выходишь на остановках из поезда, ты можешь просто закрыть свою дверь и не волноваться по поводу своих вещей. Все, кто-то их, знаете, умыкнет. Ну не то, что мы думаем, что здесь там обязательно плохие люди какие-то есть, но вы понимаете, мы, можно сказать, всю свою жизнь вместе с собой возим, и это довольно дорогая электроника, поэтому, знаете ли, лучше бы дверьку закрыть, прежде чем спрыгнуть с поезда на остановке. Ну и вообще не волноваться об этом. Так, время покушать, мы вот это прикупили, когда собирались к дороге. Не думаю, конечно, что это наша любимая еда. Выглядит как мясо с макарошками. Так, а что у нас там еще есть? А тут курочка с макарошками. И мяско с макарошками. У нас есть выбор, смотрите. Так, а что у нас там еще? А, еще у нас тут шоколадные печеньки есть, мы купили. Да, печеньки с макарошками. Может сработать. Ну, обычно, знаете, в наших отношениях готовлю не я, но, похоже, это путешествие на поезде все перевернуло. Итак, 5:30 утра по московскому времени. И оказывается, что по расписанию, которое там написано, скоро у нас будет остановочка на целых 30 минут. И выйдем-ка мы прогуляться, расправим свои ножки. И, судя по всему, эти часы показывают неправильно, судя по всему, это 9:30 по местному времени. Что означает, что между последним местом, где мы останавливались вот сейчас, куда-то пропало еще один час. Сумасшествие просто. Вот эта вот перемена временных поясов, это супер странно. И проблема в том, что мы как бы не привыкаем к этим временным переменам, мы просто продолжаем просыпаться еще позже и позже. И засыпать, соответственно, позже. Так что надо бы нам сегодня себя заставить лечь спать пораньше. Да, и будильник поставить завтра. Да, и завтра пораньше проснуться. Потому что следующее утро нам нужно будет сойти с поезда в 7 часов утра. Что означает, если мы будем следовать нашему старому графику, это будет где-то посередине ночи. Ну, пошли. И эта остановка немножко отличается от предыдущей. Вот на прошлой остановке там были, знаете, такие ларёчки, киоски с упакованной едой и напитками. Но здесь, вот как только мы спустились с поезда, там куча к нам мужчин, женщин подбежали. Они столпились рядом с дверью и что-то там кричали. И там была такая дама, ну там много дам всяких было. И у них много чего продавали. И мне кажется, там была копченая рыба, которая прям на палочке... People who are selling, и когда мы начали снимать, она чуть не напрыгнула на камеру. И там еще один парень продавал вот эти пушистые меховые шапки. И я думаю, с нашим приближением к точке назначения остановки будут все интереснее и интереснее. Боже ты мой. Друзья, наше видео подходит к концу. Заходите на канал Кары и Нейта, ссылочка в описании, там много интересных видео о России. И если вы хотите продолжения путешествия по России, напишите об этом в комментариях. И хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал, мы очень благодарны тем, кто иногда это делает. Это действительно мотивирует нас делать много интересных новых видео для вас. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. Wow, truly an interesting video, seeing those Americans, seeing some foreigners, like enjoying the railway, the Trans-Siberian Railway, and this is fun that I know that a lot of people also want to experience like those things, because for me, I really want to travel in Russia and then experience those things. It was so interesting seeing with this one, like a hotel, there is a room. Then you can share with someone also, and then while traveling, you can share some stories. Or that's interesting that you can do a lot of things while the train will stop also, and you can buy some things, and that's very, very nice and amazing. I was so impressed the way how it was they're doing with this
their documentation of how they traveled from the Trans-Siberian Railway, and that's really interesting and good and nice to see and hear, because a lot of people also needs to see this video so that once they were traveling, they will be aware also that these are the things and happening, and that's incredible. And like knowing these things, it's really helped also to us, like for us to a person like want to travel to Russia. Wow, for sure that was the experience of them. They're enjoying with it, they're having fun, they're like traveling, like exploring of Russia, and that's really interesting that we as a foreigners enjoying also such country like this one, that you have to think and say something about what the in that place, so that other people will know that it be safe to travel, and they have an idea also how to travel and how to go there, and that's really interesting. This video is truly like a helpful. Thank you so much for sharing with this amazing and beautiful and interesting video. Wow, goodness gracious, I enjoyed it a lot. And I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put it in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying, stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. Get this po and see you in my next video reaction. We'll be right back.